Я побежал, да все, убегать, чё. Чё-то Илюха инфу не дает. Микрофон чё-нибудь. Не могу. Я вышел и появился за дверью к схроном. И это... Если я открою дверь, то ёбнет тачку, скорее всего. Не, не дво... они вовнутрь открываются. Ну, сейчас сяду. Anyway, эффект жирности уже не получился. Чего солнце? О, появился. Илья, я появился. Им. Да, я вижу. Лёша, отойди лучше оттуда. Да, я пытаюсь. Только не беги, а понемногу нажимай кнопку, чтобы шагов не слышно было. Лёша, спьюсь. Я раскинул пати. Я их не вижу. Не видишь? Чего солнце? А, ну, кстати, да. Портреты. Гуся, будь в том лесу, чтобы они мои трупы не обшмонали, пожалуйста. Пинарте. Ну или как? Я в соседнем. Не поняла, да? Слушай, а... Чё, Лёш? А нету этого... Кого? На них... На них нету этого самого теперь маркера, что их можно типа починить, что их нужно чинить. Перейти. Оборота? Да, их типа чинить не нужно вроде как. В смысле? Это плохо? Ну, если раньше типа топором ёбнули по топору вот эти два дебила, которые здесь были. И там появилась, Макс, как называлась там? Обслуживать. Обслуживать, сейчас нету. Вот они ёбнули ГБшкой, как ты говоришь, и нету типа этого обслуживания. Вы видите? Их нет. Они пропали. Я их не могу увидеть с машины. Это чертовски плохо. Угу. Потому что я сейчас сервер завис. Да, сервер. Бля, да ну нахуй. Я свой труп проебу сейчас, походу. Возможно. Нет. Сейчас пока. Да. Лёв, сядь в машину и смотри, пожалуйста, по сторонам. О, вроде отпадал. Чё? Не отпадал? Я пытаюсь сесть в машину, мне не дает сесть в машину. Ну ты вроде сел. Ну, звук машины был. О, все, сел. Да, внешние ворота они открыли. Вот, бля, Илюха, чё ты капкан не завел? Ну, блядь, а кто знал? Слушай, и все сеточки стоят вместе. Чё не становились? Схроны тоже стоят. Угу. Я даже не знаю, в какую сторону они ушли, пацаны. Супер хреново. На камнях не видно. Не главное, чтобы они пошли не на место крушения, иначе они нас срусят. Просто найдут. Наверное, они туда и пошли. Не знаю. А ты дефаешь сейчас срусь? Ну, в смысле, Макс? Нет. Ну, правильно, нахуй наш. Я в соседний лес пошел. Максим все на кепке, если он прибежит и его убьют, я хотя бы буду знать, что там кто-то есть. А самому мне там как бы фул лутом рисковать не особо хочется. Но это как-то, не, так сказать, не самая лучшая идея с точки зрения эффективности. Fuck you. Блять, какое-то это самое невезучее место. Вчера вертолет тут разбил. Сегодня самолет. Mm-hmm. Место, значит, да? Да. Mm-hmm. Просто тут геомагнитные бури. Да. Геомагнитные бури у тебя в очке, блядь. Не исключено. Чё, бибаран? Да. Охуеть. А что такое? Давно их не видели. Да, мы когда еще на Дальнем Востоке играли, они были. Ну эти же мыки съебались. И хрена здесь нету.
когда-нибудь они вернутся. Угу. Не, интересно, реально, как они сломать стены? Ну, вообще, подрывом, наверное, самое логичное. Четыре только, я думаю. Максим, ты пати принял? Нет. Нету. Ничего. Нету? Ух, трахают! Все, меня трахнули. Все, меня трахнули. Чё, блядь? Ну, они побежали на место крушения, на мой труп. Да? Да. Их двое было? Ну, меня с калаша расстреляли, я не знаю. Да, калаш там один был. Лёх, можешь выйдем пока что, пока есть время? Да, всем надо. Ну, блядь, да, я туда к оружию пройду, мне оптику надо взять. Блядь, самое время. Ну, этот, калаш с оптику. Ты готов? Нет, ещё, сейчас. Давай.